Над этими исполинами работала группа китайских и американских ученых. Сами фигуры изготовлены в Китае. Они полностью роботизированы, шевелят головами, хвостами, лапами, рычат. Все это по датчику движения. Как только к динозавру приближается человек, исполин оживает. Проходили мимо, увидели. Ребенку очень нравится. Интересно, достаточно реалистично звуки и размеры динозавров. Вовсе похожи живые, но роботы. Чисто случайно мы здесь оказались, увидели и решили зайти посмотреть. Конечно, нравится, но немножко испугался, но потом страх прошел у него. Все понравилось, очень познавательное. Посоветуем, да, скажем, что сходили, посмотрели, очень интересно. Большинство фигур исполнены в истинном размере и дают представление о том, какие существа когда-то населяли планету. У нас вот представлен единственный в России огромный скелет трицератопса, он практически в натуральную величину, вот находится за мной. Вот. Помимо них у нас есть семейство игуанодонов и также семейство больших трицератопсов, тоже в натуральную величину. По самому скелету трицератопса можно понять, какой он был вживую. То есть миллионы лет назад, какие животные ходили по нашей земле. Завороженные глаза не только у детей, но и у взрослых. Кажется, интересно здесь будет не только малышам, но и их родителям. Вот очень красивый динозавр стоит. Очень хищный, с очень большими зубками. Не знаю, как называются эти два динозавра таких прекрасных. Все было интересно, все было хорошо. Детям все понравилось. Мир юрского периода смотрел, тут примерно то же самое. Они шевелятся, орут. Оживших обитателей юрского периода здесь два десятка. На некоторых из них даже можно прокатиться, несмотря на их грозный рык. И еще для детей здесь создано немало аттракционов. Каждый найдет развлечение на свой вкус. На этой выставке будет интересно абсолютно всем, и взрослым, и детям. Особенно детям, потому что каждый ребенок мечтает увидеть тираннозавра, так сказать, вживую, особенно после просмотра тематических фильмов. Вот у нас все это можно лицезреть, увидеть, потрогать, посидеть, покататься, пощупать, как это. Можно почувствовать себя палеонтологом. У нас есть огромная песочница, в которой закопаны кости динозавров, и каждый ребенок бесплатно может откопать их. Доисторический мир в Рязани. Такое случается нечасто. В летние каникулы каждому ребенку будет интересно путешествие во времени, которое для родителей совершенно не требует усилий. Всего лишь доехать до М5, мол. Ура, здесь так классно! Приходите все туда! В торгово-развлекательном центре М5 Молл выставка будет работать до 31 августа.